Я дрался в Сингапуре против Трута Ишихары. Это был мой дебют в UFC. Мой оппонент Ишихара на тот момент в UFC выступал уже очень долго. У него было очень много поединков. Он выступал боец, левша. У него есть нокаутирующая мощь. Он очень многих ребят нокаутировал в своих выступлениях. He's rocked, man. That's it. Oh, Gutierrez goes down again. Oh, bottom of the left hand. Yeah. Ishihara's got him hooked. That's it. And it's all over. Конечно, были некие опасения, но в плане там тактики на бой, как работать с ним. Вот, но я ни в коем случае не думал, что он может меня в чем-то, так скажем, превзойти. Welcome to the UFC, Peter No Mercy Yan. And what an apt fight name that is for this 24-year-old Russian. He brings high pressure, aggression, wants to show his Siberian spirit. Да, конечно же, внутри меня были такие мысли, что да, это твой дебют в UFC, нужно как-то более зрелищно себя там показать, да, зарекомендовать. Когда я вышел в октагон, мне казалось, что сегодня мой день, мое время, и я кайфовал от этого. First time he puts his feet on the octagon. Peter, No Mercy Yan. Мой план был поддавливать его всегда, так как левосторонняя стойка, он, ну, пинается часто, вот. Плюс у него длинные рычаги. Мне нужно было поддавливать его, чуть, так скажем, дистанцию заходить более среднюю, чтобы не давать ему пинаться ногами, чтобы не было у него, так скажем, пространства для работы ногами. Oh, nice one too. Rattled the chin of Ishihara. Как только я подобрался к нему, еще повторюсь, нашел его голову. Да, я помню, как я попал ему несколько раз, потряс его, потом встал. So both of these guys show very solid chins. Oh, but he's just been dropped. Ishihara is looking to recover, but Peter Yan's not going to let him off the hook. Power, power, power all the way through these punches. Есть удар, который поражает сразу, а есть удары, ну, которые приносят ущерб. А есть такой накопительный эффект. Никогда не охочусь, не ставлю себе цель нокаутировать там, в каком-то раунде и так далее. Просто выхожу, бью то, что есть у меня внутри, и нокаутировал его. Ishihara gets back to his feet, making a real contest of this one. A real wake-up call for a guy that's not been knocked out before. Oh, and he goes down again! That's it! Wow! In his debut, Peter Yan gets the TKO victory. Welcome to the UFC. What a debut, what a statement! Я помню, насколько именно тренировочная подготовка была сложной. Были некоторые моменты в тренировочной подготовке, дебют, вся эта эмоциональная нагрузка. Когда подняли мою руку, завершил бой досрочно, я видел, как радуются мои друзья, как радуются мои угловые, мой менеджер. Вот. Я сам очень радовался. Конечно, стараешься где-то сдерживать свои эмоции. Вот. Но в душе я был очень, так скажем, ну, наслаждался этим моментом и был полностью доволен выступлением. Congratulations, Peter Yan, a fabulous performance in his octagon debut.